Отметим, что подготовка к отдыху детей началась еще зимой. К летнему сезону на эти цели было потрачено более 43 миллионов рублей. Огромная сумма – 34 миллиона, направленная на капитальный ремонт пищеблока и столовой лагеря «Белый городок». Как и прежде, для официально работающих родителей предусмотрена компенсация стоимости путевки. На эти средства выделено более 12 миллионов. В этом году мы планируем охватить отдыхом более 3000 детей. У нас едут дети, находящиеся в трудной жизненной ситуации. Мы ежегодно принимаем участие в аукционе по соцзащите. И 450 детей мы принимаем со всего региона. Это лагерь «Ясный» и «Белый городок». Кроме этого, мы дали свою потребность по размещению детей из Белгородской области. 50 детей «Белый городок» на 3 смены. Поэтому лагеря вот сейчас активно уже завершают стадию подготовки. По безопасности все пункты выполнены. Это и антитеррористическая защищенность, ограждение по периметру. Это 100% стрелец мониторинг, это 100% видеонаблюдение, это обследование дна водолазами, это акарицидная обработка, которую мы проводим. Она помогает не только от клещей, но и от насекомых.